А мы продолжаем крутиться в мире JBL. Сегодня у нас интересная новинка среди доступных усилителей со встроенным процессором под названием DSP2544. Эта модель реально одна из самых доступных в принципе в сравнении с другими брендами. Данный процессорный усилитель или усилитель с процессором выглядит вот таким вот образом. Вот я положу на него руку, видите, какой у него размер. Совсем компактный, спокойно можно разместить абсолютно в любом месте вашего автомобиля. Специально создан для тех, кто хочет взбодрить свою штатную систему. Данный усилитель с процессором на каждый канал имеет усиление по 25 Вт с возможностью фильтрации звука. Это более чем достаточно, например, для вашей штатки. Имеет, получается, он по линейникам 4 линейника на вход и 2 на выход. Например, от него можно кинуть линейники на усилитель от Саба. Удобно при инсталляции. Также, что отметить? Все управление находится у него на одной стороне. Мы, как видим, есть регуляторы. Есть возможность подключения ремоут. Дополнительно можно подключить регулятор. Пультик, но он продается отдельно. Также, что отметить, вход USB, чтобы подключиться к компьютеру и сделать настройки. Специальное фирменное приложение JBL, оно скачивается, оно очень удобное в настройке. JBL реально постарались и сделали программное обеспечение по настройке звука одним из самых удобных, в принципе, и интуитивно понятных. Далее вход идет, вот, кстати, USB провод фирменный, для того, чтобы подключиться к компьютеру. Штекер подключения, получается, здесь у нас идет питание и, соответственно, возможность подключения через акустику. То есть данный процессор силком умеет работать по высокому уровню, то есть от штатных магнитол, не имеющих RCA. Очень удобно. Друзья, мы более скажем того, данный процессорный усилитель может запускаться без ремоут, а то есть может запускаться по появлению звукового сигнала, вот, например, даже на том же высоком уровне. Удобно. Ну и, соответственно, можно зацепиться через линейки, если вы хотите, допустим, цеплять его от нештатных магнитол, например, какого-нибудь фирменного пионера. Данный процессорный усилитель идеально подойдет для, как сказали ранее, штатной системы, уже, скажем, более тюнинговой системы, если у вас уже заменены динамики, в принципе, он справится, и не смотрите то, что 25 Вт, играть все будет бодро, качественно и приятно. В этих процессорных усилителях используется довольно крутая плата, которая будет являться серьезным конкурентом для плат тех же немецких Helix и прочих, альпайновских даже процессоров. JBL тоже старается не отставать. Ну и, соответственно, доступная цена на рынке. В общем, вещь. Процессорный усилитель, либо усилитель со встроенным процессором от компании JBL. Модель называется DSP2544. Цена вопроса, кстати, составляет в районе 13,5 тысяч рублей. В наличии магазин Модерн.